Знаете, Марата Гельмана невозможно никуда закатать и закатить. Он был до Перми, есть в Перми, будет после Перми. Он занимается своими выставками и пусть занимается. Вопрос ведь в другом. Если государство в лице руководства и правительства Пермского края делает социальный заказ на проведение каких-то выставок и тратит на это государственные деньги, и вот за эти государственные деньги это же самое государство обливают грязью, то надо наказывать не Марата Гельмана, а тех чиновников, которые таким образом потратили государственные деньги. Которые, во-первых, не знали, что там будет за содержание, во-вторых, отдали деньги за то, чтобы их самих же поливали грязью. И мне кажется, вот этим должна, так сказать, заниматься не, даже не прокуратура, а должны заниматься депутаты, общественные деятели. Почему никто не спросит с тех чиновников, которые на это деньги выделяли на такие выставки? Мне кажется, вот это очень важный, главный, так сказать, вопрос во всей вот этой ситуации.